я вышел из лагеря голым и босым, когда на ветру лист последний дрожал, и толстый начальник большим кровососом меня со слезой на глазу провожал, чтоб я не вернулся сюда никогда. Он слезы ронял, как и слейки. Мы с ним провели молодые года. Он в форме, а я в телогрейке. Гудело в душе, как в трубе водосточной, за что отсидел, до сих пор не пойму. Друзья заплатили, и вот я досрочно впервые снаружи смотрю на тюрьму, и шагу ступить от нее не могу. Все кажется, крикнут: «Эй, стой!» Как будто пред ней до сих пор я в долгу, как путник в долгу за постой. А молодость больше за деньги не купишь, она отгремит, как короткий дуплет. И толстый начальник, похожий на кукиш, вручал мне на поезд плацкартный билет, чтоб я не вернулся, держа на уме напомнить ему зло и горько, что он до сих пор пребывает в тюрьме. И выйдет он к пенсии только. Чтоб я не вернулся, держа на уме напомнить ему зло и горько, что он до сих пор пребывает в тюрьме, и выйдет он к пенсии.